Сегодня в Беларуси стартовала перепись населения, и мы решили узнать у минчан, почему это важно. Нужно понимать, какая у нас демографическая ситуация в стране и какую политику, соответственно, проводить. С позиции статистики мы должны знать, сколько у нас человек находится в нашей республике. Сколько у нас детей маленьких, допустим, чтобы строить школы, сады. Да. Какое население, чтобы социальную программу как-то поддерживать. И чтобы знали возраст. В каких сферах они задействованы. Чем они занимаются, как знают компьютер. Социальные какие-то возможности больше у людей будут, потому что будет запланировано это. Уже смс-ка пришла, и вот я планирую дома разобраться и самостоятельно ответить на вопросы. Электронный вариант, это современно, это удобно. Никуда не надо идти, ничего не надо делать, никто не приходит. Просто зашел, галочку поставил. Есть возможность в любое время суток это сделать. Мне кажется, что это наиболее удобный вариант. Более современный. Мне просто проще зайти с компьютера, все сделать. Мне кажется, домой ближе. Я через интернет сделаю.